Бульвар Евскина, 18. Этот адрес известен всей Анапе. Наша телерадиокомпания уже неоднократно показывала сюжеты о данном самострое. По документам на земельном участке разрешено строительство двухэтажного магазина. Но строение пошло выше. Начались долгие судебные разбирательства. Многие анапчане возмущены и взывают к совести застройщика. Сносить, если не строят, то сносить. Заставлять убирать хозяина, ну что ж, если не без разрешения строят. Вот взял бы я бы, сейчас я бы здесь дом построил, снесли бы меня. Я считаю, что это, в общем, в корне неверно. Сейчас дело находится в Верховном суде Российской Федерации. После того, как оно будет возвращено в Краснодарский краевой суд, назначит время и дату очередного рассмотрения. После всего, что случилось, это строение ждет одна судьба, это снос. Так как земельный участок выделялся под строительство магазина, то есть он находится в аренде, является собственностью муниципального образования города Курорт-Анапа. Предлагать людям покупать квартиры в строящихся без разрешительной документации домах само по себе уже преступление. Покупатели с точки зрения закона рискуют остаться без своих квартир. Почти достроенные и достроенные самовольно возведенные строения подлежат сносу. К незаконным объектам не подведут необходимых коммуникаций. Воды, света и газа в самострое быть не должно. Анапчан призывает быть бдительными при покупке недвижимости. Убедиться, что у застройщика имеется схема организации данного земельного участка, экспертиза проекта и так далее. Основное – это разрешение на строительство. Список незаконно возведенных домов опубликован на официальном сайте администрации города-курорта в разделе «Внимание! Самострой». С этим списком также можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства.